День добрый. На дзісі хотел бы остановиться над очень интересным тематом. Над тематом невылечальности хвороб и не только невылечальных хвороб, а и генетичных хвороб. Позже я подам вам приклад. Пан, который приехал до мне до России, и на уздоровение от хвороби неулечальной, то занік месні, то міопатія, як ну, різні є назви тим делягливостям. І то є, мало того, що неулечальна, і ще генетична, і смертельна, і швидко розвинута хвороба. Тен пан хворує вже давно, і він мав около 65 лет, і хворує там, ну, більшість свого життя. Стан його такий, що він не може ходити нормально, тільки з помочем когось, за ренчку або там за стяну, а самодільно не може ходити. Я подав вам цей приклад не для того, щоб показати на назві тієї хвороби. Для мене діагноза на день дзісейший не має жодного значення. Метода, яку я посідаю, то не метода уздоровлення від тої або іншої хвороби. Ви зрозумієте можливості того, що ми робимо. Є то найгорша ситуація з чоловіком, який тратить уклад нервовий, місні, функції рухові, то фактично кожен чоловік тратить функції в своєму віку. І кожен чоловік має ту саму діагнозу. Тен пан стратив, коли був молодий, ті функції, але кожен 60, 70, 80 років має таку саму долегливість. Тільки лікар мовить, що там є проблем генетичні, ну, і старість лічить, то теж проблем генетичні, бо чоловік повинен уродитися і умирає з віком. Але чоловік не умирає з поводу старості. І так діагнозують з чого? Проблеми з серцем, з єлітами, з вантробою, з новотворами, то хвороби. Если можно поворотить процесс стажения, отворотить этот процесс стажения, и можно вылечить хворобы, которые нигде не можно вылечить, в жаден способ, и даже еще генетичные, но то вы разумеете, яка то метода и какие возможности. Что взялось с этим фацитом? Он ездил в Веле месяц. Я не буду тлумачивать, он говорит по-российски, очень хорошо. Вели людей разумеют мову российскую. Вправе каждый другий поляк еще ма в собе в родине когось, кто очень разумеет по-российски. Может, мовить только не может. Нема мне на то часу. И он поведял, как то было, и чем он хворує, и пусть мы дадим в российской мове, и там он сам из Туркменистана, то и на той мове теж его на родиной, теж он награв фильмики, теж можем дать. Чтобы вы забачили только то, чего не яснее до дня дзісейшого нигде. То можливость вылечения хвороб, которые показывают, что нема границы можливостей тому, что мы робим. Тен пан сам по собі повідяв, що ми відвертили його стан здоров'я на 5 лет. Я і в чесні своїх пацієнтів питав на ілі, там, хто б мовив на 5, хто на 3, хто на 10, а ніхтори навіть на 15 лет. За один турнус, за 2 місяця, щоб відвертити його стан здоров'я, або когось на 5 лет, на самопочуття того, що він чує, як він себе відчував в чесні, то неможливо.
Kiedy było półtora miesiące, jak on przebywał u mnie, ja go zapytał, na ile procentowo ty czujesz siebie lepiej? I on powiedział, na 10%. Dla mnie to było bardzo dużo, bo on długo chworuje, dużo czasu minęło z tego stanu, kiedy on normalnie funkcjonował. Ale 10% za półtora miesiąca to super. То, когда он выезжал, я его запитал, на или ты себя чуешь? Я мислял, что может он поведет 15%, бо я, направда, физически не видел того отчуття, на или он отмолодился, на или он оздоровился. Физически я не зрозумел, что можно... Ну, можно поведеть, даже тех 10% я физически не видел между, как он, только при разговоре он поведел уже там 10%. Але как он мне поведел под конец побыту, же он полепшил тут стан здоровья на 30%. Я, направда, был шокован, я в то, мне было тяжко самому то уверить. Не только вам. А мне самому, бо я не видел, на некоторых то видишь, а на и мне. Мулю, так само впрост, мулю, я не вижу тих 30%, то, что ты мовишь. Но ведь а ты его не забачишь. Я мощный, забач мои месни. Забач, какие они есть. Они уж есть. Ну, мулю, ну так есть. Терас я лепей поднимаю, подношу ренцы, ноги. Я зараз не боюсь ходить. Я вчесні чимався так ренцями за цой, за стяну, за чоловіка, за когось. Чимався моцно, а зараз я уж спробую йти самому. Я боявся ходить. Я 100% якби не чимався, то я би спав. А зараз роблю кілька кроків. То дуже дуже поступ. Так він чув себе не мені, як пенсія тему. Так же є можливість зачимати ту хворобу. І зачимати дуже круткий час. Что есть зачимать? Каждую хворобу фактически можно зачимать. В поенцию медицины, если ты зачимал, то и ты уж вылечил. Фактически мы вылечили его в цьому месяце, я так лечу, месяца полтора. А позднее мы повращали функции, которые он стратил в цьому венце 15 лет. То не самовитый эффект. Таких эффектов не яснее, не яснее. Чтобы за такой круткий час взмоцнить организм, уздоровить его от тех долегливостей, которые он имел в тенгу вели лят. И то хвороба миопатия альбо занік месні Дюшена. То смертельна неулячальна хвороба. Через кілька днів я подам ще інший фільмик з малим хлопаком, який теж був обесний разом, уздоровлявся з тієї самої хвороби, теж за ніком місці. Теж Дюшена. Коли він приїхав перший раз, він був два рази в Польщі, і зараз був у мене в Росії, коли він приїхав перший раз, його не було шансів на життя, його не було шансів навіть не то, що на здоров'я, на життя. Я лічу, що якщо б вони приїхали, ну, вагулі, заставалось кілька місяців йому жити. Так швидко розвіялася його хвороба, і ніхто не давав ради. Ціла медицина Росії не дала ради. Його стан погоршався, погоршався, в шпиталях погоршався. І вони взяли у мене уже півроку вчесній перед тим, як він приїхав, за той час, коли вони знайшли мій сродок, то він ще ходив. Коли приїхали, треба було рятувати його життя, а не то, щоб він ходив. На день дійсніший він ще на вузку. Але він уж спробує ходити. Уж зробив під конець турнуса перші кроки.
Кеды еще даже пару тигодней перед тем фильмиком, когда мы награвали, и он не мог того сделать. На тиле мы взмоцнили его организм, уздоровили и повратили функции, которые он стратил. Он стратил 2 лета тему. И ежели вы зрозумеете же то, что есть неуличально генетично, то моя таємниця, что мы делаем. Я не бенду веле тлумачив, не бенду бадав, мне то вагулі не почало. В чесні, когда я розпочинав працу, мне была дуже цікава науковая така праца. Я робив бадання крові кілька раз в день. Ездив до лабораторії рано, вечором. Кілька разів в тигодню ми їздили на ОСГ. Мне было цікаво, як прибігає этот процесс регенерации у людей в разном веку, с разными долягливостями. На день десейший для меня диагноза нема значения. Диагноз нема значения. Подані не мають значения. На тиле распрацевана метода живоголи нема значения, с чем человек приезжает. То шокуется. Ежели можно отвратить хворобы генетичные, вы разумеете, что есть важливо. Есть несколько засад. Человек, который хочет быть здоровым, для чего я дуже тематов провожу с такими справами духовыми, дети не хворуют сами по себе. То проблемы родильные. И если кто хочет звальчить с хворобой, то треба зликвидовать те проблемы. Я даю сказувки, как это сделать. И без того нет шансов. Не только уздоровление тела физического, а еще проблемы духовные треба потрафить сделать самому человеку. Если человек не приготовленный до такого оздоровления. Если человек ма проблемы духовные на тиле, же он не здольный до самооздоровения своих духовных проблем, ну то бензе тяжко оздоровлять тело физическое, которое ма проблемы. Я хотел бы вам порадить всем, если кто ма какие-кольвик долегливости, как мовили, же без Бога даже волос с головы не спадне, без воли Бога. Я лечу, что в этом есть. Чем меньше я споткаю людей, чем меньше я их уздравляю, я чем меньше приконался, что есть силы, которые человеку помогают, есть силы, которые ему пришкодзают быть здоровым. Также я бы хотел, чтобы вы зрутили на то увагу. Припомните, что вы сделали с Лео. Припросите, вы бачите, зробите добрые справы. Я вот им мовлю целый час, только ничего до вас не трафляет. Вам всем до пупы то, что я мовлю. Вы хотите, чтобы вас только не боляло. И робите иным проблемы. Не может быть, чтобы зло, которое вы сеете, не дало насенья. И поздней вы не позбирали то, что вы сами наробили. Проблем за здоровьем. Умовлю вам, Бог жадко карая, честен показуя, что вы робите что-то не так. И хворобы, то я лечу вправе, может, даже единый такой сродок, чтобы человек застановился и забачил, что деется.
Що ви зробили? Не так? І поправте то. Як ви не поправите, то ті хвороби або застануться, або ще й венці погоршиться, і ви не розумієте, що ви робите. А уздоровиться дуже просто. Зліквідуйте проблеми духові, і можна дуже швидко зліквідувати дуже простими методами проблеми, зв'язані з тілом фізичним. Зараз будьте на грані по-російську. Якщо хто інтересує, хто заінтересований тематом тієї хвороби або іншої, може притлумачити. Можна побачити вели інших фільмів, які є на стороні. Мноство тих фільмів з різними хворобами. Зрозумійте, для мене нема жодного значення, як і діагноз. І в Польщі, і в Росії є можливість для оздоровлення від хвороб. Нема значення, від яких. Ви мислите, що вам поставили діагнозу, і ми то лечили, чи не лечили, чи до мене приїжджали з 20-60 діагнозом у єдної особи неулічальних діагнозів. І це стало. То ні єдна, ні дві, ні чи. З 20. І всі ми давали ради. Якщо чоловік того хотів, жандав і приймував то, що ми робили. Дуже дякую вам вас за увагу. Жичу вам здоров'я, направда. Здоров'я, і щоб ви вживали венці метод натуральних. Сама натура дає все, що є потрібно для чоловіка. Не супліменти, не таблетки не дають того, це дає звикле, нормальне виживання. І стан духовий теж уможливає вам бути здоровими, щасливими. Якщо щось не виходить, змінте щось. Змінте виживання, можливо. Змінте своє тріб життя. Може, навіть місто, може, навіть край. Хто ве? Так що ви повинні чути, що вам перешкоджає, і усунути проблеми. Тепер, якщо ви не зрозумієте, що вам перешкоджає, то марна праця. Знайдіть якісь життєві такі або працю, або щось, що вам подоба, що вам буде по душі, щоб ви відчували себе добре, духово і фізично. Не денервуйте, що у вас ніч не виходить. Ви ще не зрозуміли, з якого поводу то діється. Забачте з тилу, що ви зробили. Або це зробила ваша родина, то все однаково. В унії дуже злі речі діються тим, що і родиці, і діти не почувають один одного. То дуже злий час, дуже зла практика. Бо то, що діється в родині, то може діятися в цілій родині, з єдним або з іншим. Запам'ятали о тим, що родина то повинна бути цілістю. Енергія родини то цілість. Дякую, до видіння. Вот я Кандын Фальджан Сапарович, я із Туркменістана, із город Туркменабад. Я болею миопатия душения. 20, мне сейчас 34 года.
Эта болезнь у меня началась 16 лет. Я доктора нашел в 2017 году. Вот приехал в 2017 году, 25 июля. Июля, да, пришел я сюда вот лечиться. Вот. Я 60 дней лечения брал. Я сейчас как 29-30 лет, мне так хорошо было. Немножко ходит. Сейчас нормально хожу. У меня боли прошли. И немножко легче ходить. Мне легче сейчас. Нормально себя чувствую. Вот доктору я спасибо скажу, что он меня лечил. Что мне больше сказать? Сколько лет назад ты чувствовал так, как сейчас? 4-5 лет назад я так чувствовал, лет. Да. 29-30 лет у меня был тогда. Я так болю. Ты сейчас чувствуешь, что болезнь мы остановили, или все-таки она еще есть у тебя? Нет, наверное, не чувствую я болезнь. Ты не чувствуешь того, что было и что тебя ухудшало, да? Да. Твое состояние за 2 месяца не только стабилизировалось, но и улучшилось, да? Да. Как 20 лет, 30 лет мне так было хорошо. Угу. Немножко ходить. Ясно. Боли прошли. Как ты считаешь, вот у тебя миопатия Дюшена, ты считаешь, что это можно лечить, это заболевание, или нет? Можно. Можно, да? Да. На своем примере, да? Да, можно. Ты, когда ехал, ожидал такого эффекта, или ты ожидал большего или меньшего? Как ты? Ну, я эффект, вот, 17 лет болею, наверное, сразу эффект не дает, это болезнь, но немножко силы есть. Где ты чувствуешь силы? Руками, ногами, с позвоночником? Где больше всего у тебя сил появилось? Я знаю, силы у меня в ногах не было. Мышцы тоже не были. Сейчас немножко есть, появляться начали. В руках тоже начал появляться. Ну, подними руки сейчас. Вот так могу. Скажи. А раньше ты так не мог? Нет. Ясно. Сейчас ты вот стоишь сам, вот даже без поддержки. Да. А раньше ты так не мог стоять, да? Боялся. Боялся, да? Да, страх. Сейчас стабильно просто уже, да? Да, стабильно. Нет, страх немножко вообще. Раньше так держал, я трясился. Ясно. Немножко энергии есть. Скажи вот тем, кто болеют, люди вот не верят. Как ты поверил и приехал? Какие фильмы ты смотрел? Какую информацию? О ком? Я смотрел некоторые фильмы. Вот, с Файзулой, наверное, да? Файзула там был. Там еще один мальчик был из Армении, что ли. Угу. Ну и ты поверил, да? Конечно, поверил. Но много людей считают, что большинство фильмов, которые делаются на тему здоровья, они художественные, то есть это подделка. Берут больного и из него делают здорового. Нет. Для рекламы. Вот я сюда пришел, узнал, что эту болезнь можно лечить. Угу. Это понимаю. У меня на ногах не были мышцы, вот сейчас маленькие есть, в руках тоже есть. Там, и бицепсы уже выросли немножко, да? Да. Да, видишь. И вот мне когда... Раньше я сюда не пришел, у меня нога холодная была, не смог, руки тоже. Кровообращение сейчас было, да, совсем другое, не было, да. И руки и холодные были, да? Да, сейчас надо. Боялся холода вообще, да? Да, боялся. Сейчас закалили тебя, да? Да, закалили. И боль что такой уже не чувствуется в ногах. Я раньше спал, не смог спать, ноги... Болели все время, болели, да, все время. И холодными были. Сейчас, боли вообще нигде у тебя нету? Нету. Только... Никаких, да? Нет, спинах тоже нет. Раньше спинах тоже было. Спина болела, да, и ноги если болели. Если много стоял, я не мог стоять много. Сейчас вообще ничего? Нету, нет. Могу стоять сейчас, сколько захочу. Сколько ты проходил, вот даже с помощью жены, и сколько ты сейчас можешь пройти? Сколько раньше, а сколько сейчас? Нет, много могу. Много сейчас, да? Да. Сколько? А раньше сколько? Ох. Раньше примерно 200-300 метров. 200-300, да? Да. И
5 минут так на ногах стоял, все, больше не смог. А сейчас во сколько раз больше? Здесь болит. Сейчас могу, час даже могу стоять. А так раньше 5 минут только, да? Да, уже спина болела, ноги начали болеть, не смог стоять. Сейчас могу. Ясно. Доволен? Да, спасибо большое вам. Доволен. Желаю всего наилучшего. Давайте. Спасибо. Желаю, большое. Чтобы это только началом было и чтобы это все дальше продолжалось. Дай Бог. Да, до свидания.